добро пожаловать в Shades of Green. Сюда идем? Как раз сюда по коридору. То есть это ресторан, располагающийся непосредственно в саду, использующий нордические техники кулинарные. Ну и, естественно, кухня в основном азийская, частично экспериментальная. Есть три определенных готовых сет-меню, и гости могут выбирать одно из них. То есть смысл в том, что это очень крайне интерактивно. И происходит процесс неким таким своеобразным образом, то есть в 6:30 гости приходят сюда, пока еще светло, они ходят по саду, изучают растительность, это все органическое выращивается, естественно, здесь же и нами же потребляется. И вместе с шеф-поваром вы выбираете ингредиенты, то есть для детей особенно это забавный очень формат, и сразу же непосредственно при вас это все готовится. Что здесь растет? Большое количество базилика, естественно, укроп, различные виды рукколы, овощи, некоторые овощи, лемонграсс. Вся наша косметика тоже в виллах органическая и на основе лемонграсса. Вот этот круглый стол внизу, который вы видите, он с печью, там мы запекаем, как правило, тыкву. Ну и столик под звездами, он располагается вот прямо по центру, да, то есть там очень красивый такой семейный формат. Для празднеств это, конечно, очень хороший вариант. Но ресторан этот мы открываем по запросу или же во время сезона по определенным дням. Я бы вам рекомендовала, наверное, сюда пройти, потому что здесь пошире будет дорожка. Все это, естественно, закрывается. Большой сад. У нас есть еще больше, в котором располагается другой ресторан Fresh in the Garden. Тот, который на уровне верхушки деревьев. Вот, базилик, алоэ, шпинат, розмарин. Я боюсь, что здесь, вероятно,